Юные павлодарские гимнастки приняли участие в международном турнире Golden Wings, проходившем в городе Алматы, и пополнили копилку 9 золотыми и 6 бронзовыми медалями. Подробнее расскажет Валентина Леонова. Павлодарские гимнасты выступили на международном турнире как в индивидуальной программе, так и групповой. Несмотря на свой юный возраст, все упражнения они выполняли с особой элегантностью. Международный турнир Golden Wings, проходивший в городе Алматы, собрал более 600 участниц из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов. По итогам соревнований павлодарские начинающие гимнастки заняли 9 золотых, 6 бронзовых медалей и 1 четвертое место. Наши девочки выступали с предметом обруч, а также наши маленькие девочки выступали без предмета. По словам тренерского состава, несмотря на свой юный возраст, девочкам не занимать силы воли, харизмы и внутренних установок. Участвуя в международном турнире, все они были заряжены на победу, и у них это получилось. Мне понравилась организация, как выступали девочки. Благодаря тренерам мы заняли призовые места. На этих соревнованиях заняла первое место. Мне очень понравилось. Я желаю всем тренерам, чтобы у них было веселое настроение. Впереди у гимнасток новые соревнования и восхождение на вершину Олимпа. Усиленные тренировки и сила духа позволят еще не раз поднять флаг нашей страны на международной арене. Главное, неотступно идти к своей цели. И вполне возможно, что из этих маленьких спортсменок вырастут всемирно известные олимпийские чемпионы. Валентина Леонова, Юрий Белевский, ЕРТС Акпарат.